Анонс и дата выхода второго сезона украинского сериала «Без тебя». В апреле 2021 года на ТРК «Украина» начался показ сериала «Без тебя». Это история, в которой есть место любви, криминалу, таинственным переплетением судеб. Неудивительно, что зрители высоко оценили этот сериал. Он смотрится легко, а актрисе Вере Шпак удачным образом удалось создать авантюрный образ главной героини. Показ первого сезона еще не завершен, но зрители интересуются, планируется ли продолжение сериала. А как считаете вы, уважаемые зрители, нужно ли продолжение сериалу или первый сезон имел логическое завершение? Оставьте свой отзыв в комментариях. Напомним, по сюжету сериала маленькая Катя Жаринова до 6 лет была абсолютно счастлива. У нее была любящая семья и младшая сестренка Лисенок. Катя мечтала работать в полиции, как ее отец. Сын ее крестной, Дима, был ее старшим другом. Он тоже хотел стать следователем. Но для Кати все рухнуло в один день. Семью Жариновых убили. Выжить удалось только Кате. Ее спас крестный Григорий. Профессиональный взломщик. Он привозит ее к своей знакомой, сутенерше Люсе. Та меняет девочке имя, подделывая свидетельство о рождении. Так Катя Жаринова становится Кларой Орешкиной. Будет ли второй сезон сериала? Многих зрителей очень сильно волнует этот вопрос. Но официальной информации пока что, к сожалению, нет. Следите за нашим каналом и будьте в курсе последних новостей о сериале. Если вам понравился сериал, и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.